Впервые форум-маркет состоялся в Оренбурге в прошлом году. Фестиваль собрал тогда 40 участников. Хендмейдеры показали свои работы горожанам. Летом форум-маркет уже прошел в гораздо большем масштабе. Жители могли не только приобрести уникальные изделия, но и послушать актуальные лекции и насладиться вкусной едой. Я хочу жить в современном городе, который следит за тенденциями, предлагает людям актуальные проекты. И когда мы говорим об Оренбурге, нам не секрет, наверное, что очень многие талантливые люди уезжают из города. У нас есть два выхода. Либо мы уезжаем из города в Москву, либо мы стараемся изменить его изнутри. Я считаю, что Уфанет, что Геометрия, мы являемся такими компаниями, которые задают тренды. И наша задача приносить в город такие современные проекты, которые будут помогать саморазвитию, помогать городу расти и развиваться. Скоро Новый год, добрый семейный праздник. Все уже готовят подарочки к своим близким, и на предстоящем форум-маркете можно будет их приобрести. Также можно будет посетить лекции, которые будут проводиться 2 дня, и 1 и 2 числа. На мастер-классах можно будет сделать подарки собственными руками и подарить их близким своим. Новогодний форум-маркет состоится 1 и 2 декабря в торговом центре «Гринвич». Начало в 11:00.